19 серии второго сезона сериала «5 минут тишины» Лина устраивает торжественное открытие ресторана, приглашает весь отряд. В конце вечера приезжает следователь и задерживает Грека по подозрению в ограблении ювелирного магазина и квартиры. Грека отпускают из полиции, и он вместе с Петровым отправляется на ЧП. За городом водителю грузовика стало плохо. За рулем он протаранил столб, который упал в пруд с оборванными электропроводами. Посмотреть очередную серию вы сможете 28 февраля.